Госсекретарь США Джон Керри провел переговоры с влиятельным заместителем наследного принца Саудовской Аравии Мухаммадом ибн Салманом, на которых обсуждались пути прекращения конфликта в Йемене и возможности возобновления переговоров между воюющими сторонами. Переговоры проходят в тот момент, когда сирийские повстанцы при поддержке турецкого спецназа танков и самолетов входят в один из последних бастионов исламского государства у турецко-сирийской границы. Операция является первым крупным вторжением Турции при поддержке США на территорию ее южного соседа. 55-летний имам и его помощник были застрелены на улице после субботной дневной молитвы. Мусульманская организация предлагает награду в 10 тысяч долларов за помощь в раскрытии убийств мусульманского проповедника и его помощника в Нью-Йорке. Активисты, собравшиеся на демонстрацию в Квинси, назвали убийство имама преступлением на почве ненависти.